Времени суток, дамы и господа. Приветствую вас на своем канале, где мы с вами сможем за 3 минуты в день заработать очень приличные суммы денежных средств, просто принимая участие в аирдропах и баунти-компаниях от различных проектов, стартапов и ICO. Мало времени и много денег, такого не бывает, скажете вы. Но пришло время новых технологий и блокчейна, и реклама на данный момент просто бесценна. Сотни проектов начинают свою рекламную деятельность с высадки десанта. А именно так переводится airdrop. Это значит раздача первым участникам проекта бесплатных монет и токенов в криптовалюте, иногда и в долларах США, с целью рекламы и дальнейшего продвижения проекта в социальных сетях. А мы с вами и будем первыми вовремя получать эти монетки совершенно бесплатно на свои кошелечки и после окончания ICO и полной распродажи токенов проектами обменивать свои монеты на биткоины, а биткоины на доллары и любые фиатные валюты. Все очень просто. А монеты отдельных проектов по окончанию ICO и листинге на биржах вырастают в цене в десятки, иногда и в сотни раз. Как говорится, в мире криптовалюты делают огромные иксы. Тот же эфириум Виталик Бутерин когда-то раздавал бесплатно, а недавно цена этой монеты доходила до 1500 долларов США. Так что у всех у нас появился шанс стать миллионерами, не вкладывая ни копейки денежных средств. Единственное, нужно иметь терпение, ведь приходится ждать по 2-3 месяца, а то и дольше, пока закончится ICO, и наши монеты появятся на криптовалютных биржах. Но поверьте, оно того стоит. Ведь если ежедневно тратить всего по 3 минуты времени и успевать первыми получать нашу криптовалюту от хороших проектов, то и собственной... Что, собственно, я вам предлагаю делать вместе со мной на моем канале, то через пару месяцев мы будем получать ежедневный доход, обменивая на биржах наши токены на биткоины или эфир, а это дело лишь 2 минут. Поэтому подписывайтесь на мой канал, на мои группы в соцсетях, ссылки на них есть под каждым моим видеообзором. Вы их увидите, если нажмете на «Еще». Там будет вся актуальная информация. А также под каждым из видео есть ссылочки на проекты. И если у вас будет желание потратить еще по 3 минуты на каждый из этих проектов, переходите по этим ссылочкам, зарабатывайте больше. И даже если вы где-то не успеете и проект закончен, не беда, каждый день у меня на канале и в соцсетях будут появляться новые. Так что если вы со мной, подписывайтесь на канал, нажимаете на пальчик вверх, на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео. И поехали. Сегодня мы с вами получаем 500 токенов от проекта Telecoin. Это криптовалюта для телекоммуникаций. Это в эквиваленте будет 150 долларов США. Так как сейчас идет у нас публичная продажа, ICO. И стоимость монетки 30 центов. То есть в эквиваленте это 150 долларов США. Но надеемся, как обычно, на лучшее. И вот в roadmap здесь указано, что в мае-июле заканчивается ICO, и они ждут цену монетки в 5 долларов. Это же, конечно, для нас большой плюс, так как наши 150 долларов могут превратиться в 2500. А почему нет? Поэтому, поехали. Как обычно, под моим видео расположена ссылка и написана регистрация. Проходим по этой ссылочке и попадаем вот в этот аэродропчик от этой компании Telecoin. Что здесь нужно сделать? Это находится на сайте, на форуме Bitcoin Talk. Сайт Bitcoin Talk. Вам обязательно нужно там зарегистрироваться. Я вас предупреждал в том видео, чтобы проходить дальнейший аэродроп. Поэтому вы должны обязательно зарегистрироваться. И как раз вот на этом сайте откроется вот этот аэродроп. Значит, первое. Вступаем в Telegram. Нажимаем. Разрешаем. Вступаем. Я уже вступил. У кого проблемы с Telegram, потому что в России его запретили, погуглите, как это обойти, я обошел, вопросов нет. Второе. Проследуем в Twitter. Нажимаем. Читаю. Нажимаем читать. Готово. Далее. Лайкаем, ставим лайк в Facebook и подписываемся на Facebook. Третий пункт. Открываем. Подписываемся вот здесь. Я уже подписался. И нравится, пальчик вверх нажимаем. Я уже нажал. Обратно выходим. Четвертое. Значит, вступаем в Facebook группу еще. То же самое. Нажимаем. И вот здесь вот вступить. У меня вот на рассмотрение. Обратно. И пятый пункт. Также информационный канал есть у этого проекта. Мы должны туда вступить. То же самое. Разрешить. И вступить. Если кто не хочет получать уведомления,
Можете их выключить, как это сделал я. Все, дело сделано. Теперь осталось заполнить вот эту формочку. Вот здесь вот написано. Заполните формочку, нажмите вот сюда. Но перед этим нам нужно на этом форуме, вот как все делают, оставить Telegram username, имя пользователя в Телеграме и Ethereum кошелек свой. У кого нет Ethereum кошелька, My Ether Wallet желательно, то ссылочка внизу видео. Пройдите, зарегистрируйтесь и начните его использовать. Значит, что нужно сделать для этого, чтобы оставить на этом форуме Telegram username и Ethereum кошелек? Просто вниз прокрутить, нажать Reply, вот сюда ввести свой username в Телеграме и Ethereum кошелек, и нажать Post, опубликовать. Все, дело сделано. И теперь мы можем спокойно выполнить вот это задание, заполнить вот эту форму, все, что нам на сегодня нужно сделать. То есть нажимаем и заполняем. Адрес электронной почты. Значит, Bitcoin Talk username. Это вы зарегистрируетесь в Bitcoin Talk, и, соответственно, у вас будет свой username, имя пользователя. Введете сюда Bitcoin Profile Link. Это, значит, ссылка на ваш профиль в Bitcoin Talk. Как ее сделать, в принципе, вот здесь вот нужно нажать на профайл. Вот здесь нажимаете, будет о вас информация. То есть вот здесь будет ваше имя пользователя. Соответственно, копируете в строке браузера ссылку на эту страничку и вставляете вот сюда. Далее Facebook профиль. То есть ссылка на Facebook, ссылка на Twitter. С собачкой Telegram, имя пользователя в Телеграме ваше. И здесь свой кошелечек. My Ether Wallet. Все, можете нажать вот сюда, чтобы отправить вам на почту все ответы, которые вы сейчас отправили, для того, чтобы проконтролировать, проверить, правильно вы ли это сделали. Нажать «Я не робот», пройти капчу и нажать на «Отправить». И вам придет такая вот, вы видите, такую вот табличку. Не табличку, а надпись «Телекоин Airdrop», ответ записан. Все, и также на почту вам еще придет то, что вы заполняли, ваши ответы. Можете здесь все проверить. Все, всего доброго.